Коренная киевлянка, юрист по образованию Оксана Кириченко вспоминает 19 января прошлого года. Это был третий день мирных протестов против принятых 16 января Верховной Радой законов. Эти так называемые диктаторские законы фактически запрещали любые акции протеста и были направлены на преследование гражданских активистов. Утро 19 января. Оксана вместе с мужем и своими друзьями побывали в этот день у администрации президента. Они оставили у ног милиционеров, охраняющих резиденцию Януковича, игрушки, как символ отсутствия детства в стране, в которой опасно отстаивать свою точку зрения. Мы были на тот момент идеалистами и не представляли себе, что будет дальше через 3 часа. Кадры, снятые Оксаной. Сотни мирных демонстрантов направились тогда по улице Грушевского к Верховной Раде в надежде на диалог с властью. Их остановили возле стадиона имени Валерия Лобановского. Диалога с сотрудниками спецподразделения «Беркут» вновь не получилось. В ход пошли милицейские дубинки, демонстранты начали разбирать брусчатку, бросать камни. В ответ в людей полетели дымовые шашки. Начали запускать дымовые шашки. Прямо в толпу. Я очень хорошо помню, что она разорвалась прямо возле меня. И вот в этот момент я посмотрела на людей, которые долбят дорогу. И произошел переломный момент. Я с мужем пошла, и он начал помогать, долбить, а я начала собирать камни. Эту фотографию сделал муж Оксаны. Они оба уже выбрались с улицы Грушевского, где против демонстрантов применили слезоточивый газ. Почему события развивались именно так? Спустя год Оксана уверена, гражданский протест тогда просто зашел в тупик. Майдан стоял уже 2 месяца, а ситуация не менялась. Если вот спросить, кто это начал, ну мне кажется, что это я начала. Может быть, это мой друг начал, может быть, это мой муж начал. Я не видела каких-то радикальных там людей, которые сказали, собирайте, долбите асфальт. Девочки, выстраивайтесь в шеренгу передавать. Это были как-то все вместе. Мы это делали все вместе. До Евромайдана Оксана политикой не интересовалась. Работала в уютном офисе в центре Киева, много путешествовала. Но она покинула теплый кабинет, стояла на морозе сначала в знак протеста против отказа от евроинтеграции, затем против жестокого избиения студентов в ноябре, против арестов активистов в декабре. А 19 января она уже делала коктейли Молотова, строила баррикады, чтобы остановить тех, кто хотел убить уже ее саму, ее друзей на Грушевского. Думать про Грушевского и про все события очень больно, потому что сразу же вспоминаешь, что все люди, которые стреляли в нас, которые били нас и которые издевались над нами, ни один из них до сих пор не наказан. А ведь мы прекрасно знаем, кто эти люди. У нас есть записи, у нас есть лица, у нас есть фотографии. И, наверное, мы все еще надеемся, что правосудие сделает что-то правильное. Мечты идеалистов или требования людей, осознавших свою силу. Оксана не скрывает, если виновные в гибели активистов не будут наказаны, она готова вновь выйти на Майдан.